Всем привет! Сегодня будем готовить куриные крылья в кисло-сладком соусе. Острым кисло-сладким соусе. Так, берем крылья. Кончики режем. Это нам не надо. А эти... Так. Итак, делаем с нашей оставшейся крыльями. Смотрите, у нас получаются вот такие крылечки. Так, для маринада. Соль. Черный перец, молотый. Паприка. У нас копченый, можете использовать обычный. Хмели-сунели. Чеснок. Отправляем чеснок в нашем маринаде. Добавляем соевый соус. И обычный вода. Это все хорошо перемешиваем. И оставляем полчасика мариноваться. Можно оставить и дольше. Будет вкусно. Ребят, наш полчаса прошло. Смотрите. Надо хорошо перемешивать. Здесь маринад осталось. Можно так перемешивать. Все. Это у нас крахмал. Можете использовать так и картофельный, так и кукурузный. Смотрите, берем и вот так. Здесь у нас должен быть раскаленный растительное масло. Сразу после крахмала отправляем растительное масло. Отправляем. Да. Все, ребят, у нас должен получиться вот такой хрустящий золотистый крылечки. Все, ребят, так отправляем в духовку 180-170 градусов 15 минут. Друзья, пока наши крылечки готовятся, готовим соус. Сковородка, кетчуп, соус кимчи, чили соус для остроты, соевый соус. Опас. И сливочное масло. Все это дело на медленном огне и перемешаем до растворения сливочного масла. Друзья, наши крылечки готовы. Доготовились. Теперь включаем наш соус. Берем наши крылечки и отправляем к соусу. Все это хорошо перемешаем, что весь наш крылечки покрылись нашим прекрасным соусом. Все, ребятки, у нас должен получиться вот такая вот красивая курочка. Сразу
Раскладываем тарелку. Я уже хочу кушать. Ребят, в конце добавляем либо петрушечку, либо лук зеленый. Либо кто что любит. Здесь нам чуть надо зеленушки просто. Все, вот так вот. Ребят, смотрите, какой аппетитный крылечки у нас получились. Давайте попробуем. Я ничего не могу сказать, кроме чем, что это очень вкусно.